Практически нет. Люди по инерции кладут свои мобильники, по инерции кладут свои зонтики, а досмотра нету. Нету досмотра. А кто-то обещал пулемет «Максим» сюда принести сегодня. Там самообслуживание, сами себя досматривают. Уникальные кадры, когда люди сами себя досматривают. Никто их не обыскивает, никто не смотрит, не проверяет. Все... Заранее готовим. Вот мы показываем.